Продолжаем выпуск. Сменил облик один из самых больших скверов города в поселке Комсомольский. Спустя несколько лет запустения приведен в порядок. На реконструкцию зеленой зоны из казны города были выделены почти 16 миллионов рублей. Как преобразился сквер, узнал наша съемочная группа. Неубранная территория, отсутствие асфальтированных дорожек, плохое освещение в сквере имени Гагарина. Местные жители наблюдали на протяжении десятков лет. Некогда зеленая зона комсомольского поселка в буквальном смысле слова пришла в запустение. Парк у нас находился в таком вот удручающем состоянии. На сегодняшний момент мы его оградили, сделали новые совершенно дорожки, поставили лавочки. Вот нужно будет вопрос решить с освещением. И постоянно, каждый год, по возможности будем улучшать и создавать все более и более лучшие комфортные условия для всех категорий людей, которые будут посещать парковую зону. До официального открытия обновленной зеленой зоны в заводском районе еще несколько дней. Но здесь уже вовсю отдыхают горожане. Говорят, сквер теперь не узнать. Здесь один мусор был, да бегали собаки, да так все, беспредел был. А сейчас мы очень благодарны. Все в лучшую сторону произошло. И лавочки красивые, урны. Все супер. Мы рады, то, что наконец-то нам уделили внимание. Будем наслаждаться. Теперь можно еще поднимать демографию. Вот, кататься и гулять есть где. На реконструкцию этой зеленой зоны из городского бюджета были выделены почти 16 миллионов рублей. На эти деньги полностью заменили асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках. По периметру сквера установили ограждение. Оно обошлось городской казне почти в 6 миллионов рублей. Поставили более 60 лавочек. Преобразования здесь пока не закончены. По мнению главы города, необходимо заменить и освещение в зоне отдыха. Вот эти опоры, конечно, здесь не подходят, потому что это парковая зона, и опоры, конечно, должны быть... Те, которые мы ставим во всех зеленых зонах, чтобы был единый стандарт. На территории сквера, которая составляет почти 7 гектаров, привели в порядок и зеленые насаждения. Срезали сухие ветви деревьев и убрали листву. По словам главы Саратова, этот сквер – яркий пример преобразования зеленых зон города. В планах заводского района у нас, как и, в общем-то, во всех районах подход одинаковый – это создание благоприятных и комфортных условий для жителей района. Что касается заводского района, также планомерно ведется работа по благоустройству зеленых зон, скверов, тех возможностей, которые у нас есть. Значит, в планах у нас еще порядка 2-3 благоустроенных зон в заводском районе сделать. Одна из них в следующем году будем заниматься парком Кирова. За последние 5 лет совместными усилиями городской власти и социально ответственного бизнеса в порядок были приведены 25 скверов и парков, а также создано 7 новых уголков отдыха для жителей города. Екатерина Барковская, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.